Разделяй с нами. В 12-м лицее сегодня прошел урок по экологии. Задача – объяснить школьникам необходимость раздельного сбора мусора. В качестве преподавателей выступили волонтеры. Знаковое событие произошло именно в конце прошлого года, когда с целым рядом организаций, это не только Coca-Cola, вот, это компания «Балтика», это МТС, это Почта России, это DHL, были заключены министерством соглашения о корпоративном волонтерстве и участии их в том числе в просветительских процессах. Еще раз объясняю, на самом деле сегодня сюда пришли не профессиональные преподаватели, сюда пришли люди с производства, которые работают у себя на производстве, но они готовы поделиться в том числе своими знаниями, освоить программы образовательные, которые были подготовлены в рамках корпоративного волонтерства для того, чтобы донести всю эту информацию детям. Помимо компании, в корпоративном волонтерстве участвуют и новосибирские вузы. Школьникам рассказывают об основных видах обращения мусора – захоронении, сжигании и переработке. Главные проблемы отрасли эксперты считают массовое использование полимерных изделий в упаковке, одежде и бытовых устройствах. Второй по значимости называют проблему сбора и утилизации батареек и аккумуляторов от гаджетов. После того, как ученики пройдут экологические курсы и поучаствуют в практических занятиях, они смогут уже сами вести лекции для совсем юных новосибирцев в детских садах.